На, держи. А комбинезонов нет? Чего? Комбинезонов. Знаете, такие бывают с лямочками чешские. Давай, бери, что дают, и радуйся с лямочками. А я ведь еще не старуха, чтобы такой балахон носить. Девочки, вы новенькая у нас. Кого попало? Строят из себя тут им кремплины, да эти самые, выть до полу. Здравствуйте. Слышь, послушай, девчонки, к нам новенькая вступила. Вы видели, какая? Слышь, говорит, это... душевых, говорит, у вас нет в свете, быт не устроен, вот нам задаст. Ну да, вот я когда в чертом СМУ работал, у нас такая была. Один пломбир. Чего это ты с утра разгулялся? Жара в душе. По работам! По работам! Подгоняй мотоцикл к стеклоблокам, Петелин. Пенопласт грузит Панков. Где он? Панков! Атас. Хорошо, принесу. Здорово, ребят. Привет. Кто такая, новенькая? Новенькая. Привет. Мастер по разным работам, Панков. Очень приятно. Издалека? Из Средней Азии. Ой-ой-ой. Жарко там, небось, правда? Не холодно. Да. Действительно, сейчас везде жара. По радио передавали, Бангладеш до 40 доходит. Может, по пломбирчику учесть этого, а? Настудишься. Понял, 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 понял. Тараканов, пошли! Куда? Грузиться куда? Пломбир, что ли, завезли? Да ну ты. Пенопласт, как трудность какая, сразу Панков, Панков. Вроде один. На совесть надо, на совесть. Сама знаешь, чего строим. Спецобъект. Ты что это сегодня раскомандовался, а? Почему не работаешь? Нас же теперь трое. Звено. Звеневой положен или как? Грубило. Чего? Ну, утром доброе утро не говорил, вечером спокойной ночи. В политотдел ты жаловался? В политотдел? Если не жаловался, давай я пожалуюсь. Какой номер его в ИЧ? У нас везде цветы были. И на столе, и на подоконнике. Кругом цветы, цветы, цветы. А вечером мы обязательно куда-нибудь ходили. Или в театр, или в кино. Он мне всегда конфеты покупал. Ласточка. Второй час, а колера все нет. Держи. Вот и сходил бы в контору, чем с ВЧ приставать. А? Ты ж теперь у нас звеневой. А может, она лучше сходит? У нее авторитет-то побольше. Жена старшего офицера как-никак. Слушай, Аверна, Шур, сходи. Аржанов тебя послушает. Ну, как ладно говоришь-то. Сходи. Называл, стихи читал, цветы дарил. И что же, она его бросила? Представляешь, бросила.
А какая она из себя? Да знаешь, ничего особенного. Симпатичная такая, ладная из себя вся. Но боевая. Ну да. Выдает, а? Она смелая. Подумаешь. Ну, конечно, конечно. Вы умные, не чета нам. А мы тут все дураки собрались. Ну, почему все? Уж вы-то могли сообразить? Да. А может, вы тогда на мое место сядете? Садитесь. Командуйте. Коль вы такая умная, Александра Аверьяновна. Угу. А он мастером здесь больше не работает. Маляры ушел. Я мастер. Да вы что, алло? Вы что себе здесь позволяете, Русакова? Вы что здесь вытворяете? Я вытворяю? Это вы вытворяете, Сергей Петрович. Вы посмотрите, что у вас в конторе творится. Что? Быт не украшают. Душевых нет. И спецодежда такая, что на улицу нам выйти стыдно. Люди смеются. Производственная гимнастика не проводится. Не отдыхаем культурно. С днем рождения поздравляем членов коллектива. В конторе грязь, ноги не обо что вытереть. Симпатичный вроде мужчина. Ведь на вас же люди смотрят. А вы, простите, на пугало огородное похоже. Ну, как говорить? За это учреждение как-никак. Верно, Сергей Петрович? Ну, действительно. Если что, сразу Панков. И туда, и Панков сюда. Кто у нас профорк? Да не я. Мне гвозди нужны. Лыкин. А? Почему у вас грязь? У меня? Я вроде вас спрашиваю. А. Окурки везде, ноги не обо что выйти. На женщин кричите. Лыкин. А. То ноги честь! О, Господи, спелись. Ну, что теперь прикажешь делать? Чуть-чуть, да ничего. Ну и новенькая. За мной тоже ухаживал один. Считал. Но я же не выставляюсь, правда? Майорша, надо же такое придумать. Ну, а что я должна была сказать? Что Петька даже в роддом не пришел, да? Соло-гитарист. Спать хочешь? Это я должна была сказать. Это? Чего со страху не скажешь? Ты думаешь, они только об этом теперь думают? Подумаешь, офицершей назвалась. Ну и дела у нас. К нам новенькая поступила. Муж у нее полковник. И потом в академию поступил. Зазнался. Начал начальству грубить, но его и выгнали из академии. До майора понизили, она его и оставила. Что, влюбился? Что, обед у меня? Да. Образованные, видно. Всего неделю прошла, а контору вашу не узнать. Да мне тоже в управлении говорят, учись, учись. А я думаю, зазнаюсь еще. Обмылки оставляю. Мочалками трубы засоряю. Ну и ворчунья-то, Ксения. Да ладно. Все моются, моются. Да. Здрасте, Николай Иванович. Вы что там вытворяете? Чего вытворяем? Ничего вроде не вытворяем. А как с планом? План по спецобъекту есть. 3% перевыполнения. Делегация была? Чего? Готовь цветы. Извините, не понял. Цветы, говорю, готовь. А? Какие цветы? Делегация спецстроя. Ксения! Что? Хотят перенять ваш опыт. Зови Русакову.
делегацию встречать. Шура! Ноги чисть. Да чисть уже, вот пристал. Шура! А ты тоже чисть, Шура. Совсем озверел, Панков. С ногами пристает. Надо что-то с ним делать. Не с ним, Лыкин, а с вами. А я... Где женские комбинезоны? С лямками? С лямками. Не знаю. Делегации ходят. А вы? Как пугало на огороде. И это внешний облик нашего современника. Боюсь, Лыкин, что нам придется расстаться. Напугали. Да такого специалиста, как я, давно в Рембыт-строй зовут. Ну, идите, раз зовут. Панков! Куда они эту грязь несут? Панков! О! Опять трудность какая-то, ну. Панков, с тобой вот Александра Аверьяновна хочет поговорить. Со мной? Александра Аверьяновна, если насчет зеркала, так оно упало. И я вешал его, смотрелся, оно упало, ну. Разрешите поздравить вас с днем рождения от имени коллектива. А, да, действительно! Пожелать вам успехов в труде, а также в личной жизни. И вручить наш скромный подарок. Да что ты, пионер какой, чтобы галстук носить? Да вы кто? Севастьянова! Иду. Васечка, так в вас же влюбиться можно. Комбинезоны со знаком качества. Со всеми необходимыми лямками всех женских размеров. Начиная от 44 и по 58 включительно. Спасибочки. Этот мой? Да, сообщите Александре Аверьяновне, пожалуйста. Обязательно сообщу. Один пломбир. Последний раз. Ты чего? У майорши своей спрашивай. Вчера такой бунт в торге подняла. Ну нет, такого я не буду. Ну давай, что ли такое? В музее нашем была? Чего я там потеряла? Да, скучно живешь. Скучно, Голубкина? Вот ты сиди в своей будочке и не знаешь, что под тобой неандертальцы. Чего? Вот чего? Так. Неандертальцы. Ученый культурный слой под нашим городом. Ну, траншею такую вырыли. А там, пожалуйста. А завтра идем в оперный. Хочешь, я достану для тебя билет у Александры Аверьяновны? Больно надо. Действительно скучно. Так у вас торги и с днем рождения не поздравляют, да? Папаш, есть у вас тут справочное бюро? Ну, а как же. Где оно? А, вон. Спасибо. Александра Аверьяновна Русакова, 1951 года рождения, место рождения Лукьянов с Горьковской области, так? Точно, как в аптеке. Все, нагулялся, пора бросать якорь. Спасибо.
Заканчивайте. Заканчивайте, товарищи. У нас сегодня перевыполнение всего 13%. А почему нет Русаковой? Заболела, видать. Надо сходить проведать. Так, кто у нас страх-делегат? Кто у нас сегодня сходит к Русаковой страх-делегатом? А? Может, я съезжу вечерком, а? Вас нельзя посылать. Почему? Вам сегодня в школу нужно идти. Товарищи, кто сходит вместо Петелина к Русаковой сегодня? А? Может, вы сходите? Вообще-то можно. Добрый день. Здравствуйте. Садитесь. Спасибо. Пожалуйста. Как здоровье? Да это не я заболела. Игорю. А. Угощайтесь кофе со сливками, домашнее печенье. Не стесняйтесь. Да, спасибо, я сыт. Очень вкусно. Шурочки на рукоделии. А что мы молчим? Поговорим о чем-нибудь интересном. Интересном? Ага. А знаете, новый коллер Ложкин с Панковым применили на вашем спецобъекте. Да? Да. Любопытно. Да. Желтый с красным. Привет. Вот, приехал, пришел. Ну, мне здесь нравится, хорошо. Погода хорошая. Буду здесь работать в ансамбле, соло-гитарой. Жить будем вместе. В отличие от аналогичного русского звука, соприкосновение нижней губы с верхними резцами более интенсивны, причем больше участвует внутренняя часть нижней губы. Давайте возьмем, протренируем этот звук с пройденными гласными. Послушайте. Фа, фе, фи, фо, фу. Там, где клен шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла. А любовь, как сон, а любовь, как сон, а любовь, как сон, стороной.
чего расселся-то? Посторонний здесь не место, вали отсюда. Да вали, тебе говорят. Во-первых, они посторонние. А во-вторых, что? Ну, давай, вали отсюда и все. Ну. Давай отсюда, ну. Так, да? Ладно, в другом месте подождем. Смотри, расселся кто-то. А ты чего уж-то развесил? Ну, чего стоите-то? Ну, а что, нам лежат, что ли? Ну и что? Вот и не майорша она. Да, вот не майорша. Ну и что? А ты-то что, ты-то? А чего я? Чего? Фу, мужики называются. Плюнуть не на что. А я чего? Панков. Действительно, он здесь при чем? Ситуация. Где Шура? Дома нет. А сын, бабушка? Я их не видел. Слушай, хотел спать отсюда? Товарищи провожающие, пожалуйста, освобождайте вагон. До отхода поезда осталось 3 минуты. Пожалуйста. Сергей Петрович. Здрасте.
Thank you.